Ну все, купила я для фиалок. И все расспросила, все спросила. Конечно, мне все рассказали, все показали. Еще я взяла горшки керамические. Но, друзья мои, конечно же, там консультанты сказали, зачем вы это делаете. Нужно пластиковые. Берут все люди, которые разводят эти фиалки. Все коллекционеры именно вот пластиковые все берут и ставят на фитиль. Друзья мои, я не хочу, мне не нравятся эти пластиковые горшочки, тем более, которых вот продают. Ну да, растут эти у меня, которые из магазина, вроде бы ничего с ними не делается. Но мне не нравятся, такие горшки. И на фитиль мне не нравится ставить. А вот этот горшок, что у меня импортный, вот этот красивый, хороший, с фитилем. А, друзья мои, он очень дорогой. Он как минимум 2000 стоит, от 2 до, там, в зависимости от размера. Поэтому, ребята, вон в ту арку нужно зайти, вот, для того, чтобы попасть, а там уже, в принципе, его и видно, этот магазин, для того, чтобы в магазин «Дом фиалки» попасть. Там, конечно, что мне стоило, друзья мои, чтобы удержать себя от того, чтобы не купить какой-нибудь цветок. Но просто дело в том, что на самом там очень много всяких. Снимать я не стала, я стесняюсь. Дело в том, что действительно у меня заболели эти фиалки. Может быть, им не нравится на самом деле, что они в этих горшках, в керамике сидят. Не знаю. Что мне делать, я не знаю. Я не хочу эти пластиковые горшки. Меня они бесят. Все приходят и фотографируют этот фонтан. Очень любят они, люди его. Сегодня вроде культурный народ сидит. Обычно тут такой контингент собирается, что мимо проходить противно. Они, наверное, и купаются здесь. Но нет, дай-то Бог, конечно. Пусть купаются, пусть моются, чтобы только чистые ходили. Вот. Но дело в том, что ну вот такое красивое место. Адам и Ева. Яблочки. 4 яблока. В общем, фонтан такой интересный достаточно. Я так думаю, что скульптор Церетели. Надо посмотреть, погуглить, кто на самом деле автор этого произведения. Сейчас я вам его покажу. Правда, у меня тут горшки. Ну вот, мои покупки. Вот такой фирменный пакет. На 1000 с лишним. На 1000 с чем-то там, в общем, короче, одним словом. Сейчас я вам покажу этот фонтан. А вот это яблоко. А почему оно не надкусано? Я думаю, что надо было сделать, чтобы оно было надкусанным. И змей тут же. Змей, короче, одним словом. Горыныч. Нет, интересный фонтан, конечно, интересный. И приятно, что здесь чистенько стало. Это было противно, я уже говорила, по какой причине. Ой, весенние ароматы. Ну все, дорогие мои друзья, попрощаюсь с вами до следующего видео. Всем здоровья, всем добра. Ну и, конечно же, мирного неба над головой. Пока-пока.